Всем привет, с вами СиПро, и сегодня вторая часть прохождения карты ROM для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, мы остановились в такой комнате, в алмазной комнате, где нам предстоит найти, опять я повторюсь, рычаг или кнопку, а может быть даже нажимную пульту. Но я так подозреваю, что в этих сундуках ничего нет. Если в них нет, то нам придется искать потайные входы. Но они могут находиться под кроватью. Возможно. Давайте посмотрим. Может быть, будет какой-нибудь секретный блок. Да, смотрите. Да, и вправду, под кроватью есть дырка, в которой находится сундук. Я был прав. Смотрите. Да. Также мы взяли кнопку. Ставим ее сюда. И мы проходим дальше. Так, ну здесь все очень легко. Ну, я где-то читал, что с каждой комнатой игра будет становиться сложнее, но нисколечки. Все, что написали в описании, это ложь. Каждый уровень сложен по-своему. Он может быть легок, а может быть очень сложным. Вот так, как, допустим, первый уровень. Можно не понять, что нужно сделать. Вдруг нужно не умирать. А может быть, нужно умереть. Здесь шанс 50 на 50. Ну что ж, это у нас паркур, который я очень не люблю. Так, ну здесь нам что-то не доделали. Так, надо было, наверное, запрыгнуть на задний блок, да? Ну, как всегда, разработчики чего-то не доделают. Смотрите, нереально допрыгнуть. Нереально. Если мы сломаем эти два блока, то допрыгнуть будет реально. Если вы смогли допрыгнуть, то об этом сообщите мне. Если вы вправду смогли допрыгнуть. Без ломания блока. Смотрите, идеально идем. Идеальненько. Проходим. Так. Давай, давай. Эй, чувак. Переходим на другой блок. Давай. Или ты в очках уже ничего не видишь? Так, ну мы переходим в ледяной... Да, в ледяной паркур. Это уже сложней, так как здесь скользящий лед. Ну, блин. Вообще не то. Ну, нет, маленько не получается. Но сейчас обязательно все у меня получится. Сейчас вы все увидите. Я ничего не сломаю, я идеально пройду. Готовим. Так, попробуем с этим. Но это нам нифига не помогает. Как я понимаю, нам даже это не помогло в дальнейшем прохождении. Ну что ж, еще раз. И я выключаю видео. Да, я шучу, шучу. Продолжаем снимать. Да, все идеальненько. Так. Идем так и переходим в новую комнату. Ну что ж, здесь нам, походу, нужно разгадать кодовый замок, который я разгадал быстро. Ну что ж, сейчас у нас появится темп, так как у меня осталось мало времени. Я говорю, у меня ограничение по съемке. Быстро переходим из одной комнаты в другую. И уже мы ближе к финалу этой карты. Осталось всего лишь там чуть-чуть. Так, сундук открываем, получаем кнопочку, идем дальше. Я не знаю, почему здесь сразу сундук, зачем тут вагонетки. Так, идем дальше. Ну что ж, 25 плюс 16 будет 41, да. Все правильно. Так, ну что ж, сейчас мы запрыгнем на оставшееся наше время, и я скажу только последние слова. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а также смотрите третью часть прохождения карты.